Наши паралимпийцы бились за Рио до последнего, но финальную точку в этом сражении поставил немецкий суд. Он отклонил 10 исков от российских спортсменов. Дело рассматривали в Бонне. Именно в этом городе базируется Международный паралимпийский комитет. Россияне надеялись, что эта организация обяжет пропустить их в Рио-де-Жанейро, но немецкие судьи решили иначе. Никаких оснований для этого решения они не нашли. Наших паралимпийцев в полном составе лишили возможности показать себя на главных спортивных соревнованиях этой четырехлетки. И все из-за доклада спецкомиссии ВАДА о якобы системе употребления допинга в России. В конце августа спортивный арбитраж в Лозанне также отклонил иск от Паралимпийского комитета России. Узнав об этом, Владимир Путин пообещал провести для нашей сборной отдельные соревнования на родине.